Победительница автомобильного конкурса на ТСВ оказалась дальнобойщицей. Когда объявили результаты выигрыша, она была за 2000 километров от Тирасполя в Голландии. Как миниатюрная девушка управляет большой машиной, расскажет Владлена Данковцева. Заснеженные сосны Германии, горы Румынии, дорожные пробки Голландии. Такие пейзажи мелькают за лобовым стеклом дальнобойщика. А нет, ошиблась. Дальнобойщицы. За баранкой 20-тонного грузовика миниатюрная блондинка Анастасия из Тирасполя. О жизни в пути она снимает ролики для ТикТока. Здесь Анастасия показывает, как заменить лампочку в фаре большой машины. А вот дает мастер-класс, как безопасно уступить дорогу коллеге, который пошел на обгон. Один из самых популярных роликов, как блондинка паркуется на большегрузе. Этот ролик, кстати, и стал победным для Насти. Настя рассказала, это был самый сложный тест при устройстве на работу. Не все мужчины запаркуют 17-тонную фуру 40-тонным грузом, но Настя может. У нее есть своя фишка. Если я вижу прицеп слева, значит, и руль кручу влево. Если я вижу прицеп справа, значит, и руль кручу вправо. На легковой машине это по-другому, наоборот. На панели приборов у Насти три навигатора, чтобы не проехать съезды на трассе. Еще один четвертый навигатор сидит рядом, на пассажирском сидении. Андрей – напарник Насти в дороге и по жизни. Сначала парень катался в рейсы сам, а она ждала его дома, в Тирасполе. Но 2-3-месячные разлуки не понравились Насте. Она поставила условия. Либо ты возвращаешься, и мы живем вместе полноценной семьей, либо я собираю вещи и еду к тебе. Сейчас пара катается вместе. На работе, как и в отношениях, тоже были притирки. Не ругались, но какой мужчина не прокомментирует стиль вождения своей девушки? Это была и помеха справа, больше, чем подсказки, мне казалось. Вот сейчас, уже будучи, то есть у меня уже опыт есть, уже около 2 лет мы работаем. И я теперь понимаю, что он хотел мне сказать тогда. Велик, мопед, затем первые поездки на машине в 14 лет. Тогда у этой девушки и появилась любовь к вождению. Сейчас для Насти это любимая работа. Вдохнуть воздух Северного моря, увидеть голландский город Гауда, а потом съесть его на ужин. Такие будни дальнобойщицы. Владлен Данковцева, ТСВ.